Сегодня к нам снова вернулась команда «Партизан», которая достаточно успешно выступила в первом кубке, да, полуфинал? Ну, полуфинал, но и ранее там было. Сегодня у вас выпало такие команды, как «Чоколка», «Бронепоезд», «Гарматный». Кто больше всего пугает, а кто больше всего расслабляет? Пугает, я думаю, в этой группе никто не пугает. То есть вы себя чувствуете явным лидером и видим на финал? Не лидеры, просто команды такие. Никак не вперед. Неровные просто, да. Все идут, то есть как бы будем просто бороться и будет интересно играть. Но вы можете сдать 100% уверен, что из группы вы выйдете? Да. Кто откроет счет голам на этом кубке у вас? Голам. Воробей. Воробей? И еще вопрос. Сегодня ваш прогноз на «Динамо» финал? Ну, я думаю, максимум там. «Динамо» забьет, может, гола 2. Я думаю, 1-0. Итак, 1-0, 2-0. Спасибо большое, вам удачи. Этот человек достаточно эмоциональный. Причем он является соседом. Да? Пару километров от меня живет. Соседи, поэтому соседи. Я должен болеть за эту команду. И хотел уточнить, как думаешь, вот, удачно ли мне придется за вас болеть? То есть в конце. Посмотрим у вас, кто играет. Играет «Чоколовка», «Партизан», «Гарматный». Как ты считаешь, какие шансы у вас? Ну, скажем так, шансы есть всегда. На самом деле, жеребьевка этого кубка, как бы могу сказать, лишь то, что группы совершенно не равны в этом. То есть группа А откровенно намного слабее, чем группа Б. То есть группу Б можно смело называть группой смерти. Не повезло нам в чем, что последний раунд с Чоколовкой. Чоколовка откровенно самая слабая проходная команда в этой группе. Будем бороться, давно хотели поиграть с «Гарматной». Вот есть прекрасная возможность первый раз играть с «Гарматной». Попробуй. И еще к тебе вопрос. Ты вот являешься человеком, который действительно любит преданно киевский клуб «Динамо». Конечно. И скажи, пожалуйста, ты не пропустил, наверное, может, мало матча на пальцах, может, да, ты считаешь, что ты пропустил сегодня. Фейенорд, «Динамо» Киев. Твой прогноз? Я думаю, 3-1 киевляне. 3-1? 3-1 киевляне. А вообще на эту Лигу чемпионов, я уже на жеребьевке говорил, как бы четвертьфинал, так должна быть задача, которую команда должна ставить перед собой. Ну, я буду на стадионе, я тоже буду с вами. Поэтому будем болеть за наш любимый клуб. Конечно. Спасибо и бронепоезд, удачи. Команда «Банка» превосходно сыграла в последнем кубке. Правда? Да. Неожиданно. В ничьи поражения, а тут победы и полуфинал. Надо немного не хватило силы. Скажи, пожалуйста, вот на этот раз у вас команды «Салют», «Отрадное», «Остролучин». Ну да, нормально. Мы просто все, в принципе, уже играли, а с «Остролучин» не играли только. То есть с «Салютом» и «Отрадным» в чемпионате. Я познакомился с «Салютом» даже в прошлом кубке еще играли. Считайте себя фаворитами. Ну, я так не хочу говорить, но да. Скажи, Денис Лепех очень сильно критиковал вашу игру в интервью. Как ты считаешь, это изменилось уже? То есть он в этот раз будет хвалить вас или нет? Да нет, у нас нормальные дружеские отношения в команде. Все друг друга, ну, оцениваем адекватно друг друга поведение. То есть и игру тоже самое. То есть можно ждать, что «Банка» однозначно будет в полуфинале? Ну, я не хотел бы еще ждать, но да, это хотелось бы очень. И скажи, пожалуйста, сегодня прогноз на матч. Динамо-финал. Я думаю, 2-1 «Динамо» выиграет, надеюсь, на это. Но последние, ну, в последних матчах вот, против «Верлы» уже получше было. А, ну, не будем отгрузить. «Динамо» выиграет, хорошо? Да. Все, спасибо большое. Команда «Отрадная» решила дебютировать на турнирах, да, на кубках. Ваня им очень сильно помогал. Ваня смотрел со стороны, наблюдал. И, Ваня, скажи, твои наблюдения относительно команд «Остролуча», «Салют» и «Банка». Какие шансы у вас? Ну, если постараемся, может, и выйдем из группы. В принципе, команды все неплохие. Будет нелегко, но сделаем все, что наше. Но кого больше всего хотелось бы победить? Да нет таких команд. Всех хотелось бы победить и выиграть в финале. А, то есть вы уже готовы на финал? Мы не готовы, мы постараемся выйти из группы, там посмотрим. Кто будет вратарем на этом турнире? У нас новый вратарь. А, новый, то есть дебютирует новый человек. Да. И ваш прогноз на следующий матч, на финал? 2-1 в пользу «Динамо». Мой 2-0 в пользу «Динамо». Ну, смотрите, сейчас, ну, «Динамо» минимум должен забить 2 гола, потому что сейчас называют этот счет. Вам удачи, все хорошо. Спасибо. Команда «Остролуча», которая стала украшением прошлого турнира. Ну, никто не ожидал, что эта команда будет в полуфинале, не знаю, почему так, но вы показали красивую игру и хороший результат. Скажи, пожалуйста, вот были какие-то все-таки у вас работы над ошибками, чтобы попасть в финал? То есть обсуждали, вы говорили об этом или нет? Или вы просто с хорошим настроением сейчас приходите и обыгрываете у вас «Отрадный», «Салют» и «Банк»? Ну, мы всегда настроены на хороший результат, на самоотдачу. И просто вот в прошлом турнире у нас не хватило немножко вот силы. Играли без замен последние два матча. Возможно, бы что-то даже с «Гарматной» в полуфинале получилось. До этого игра с ними две результативных ничьи в подгруппе. Mm-hmm.
всегда выходим на победу, и думаю, в этом турнире минимум полуфинал нас ждет. И скажи, пожалуйста, все ждают, что Даша будет на поле. Будет ли она? Будет ли она вообще на матче? Ее не будет на матче. Понятно. Так что ожидания. То есть вам немножко будет тяжелее без поддержки? В некоторой степени, да. И твой прогноз на сегодняшний матч, на финал? 1-0 Динамо. Будем ждать этого результата. У нас много дебютантов, там только одна из них, это команда Чоповых. Ребят, скажите, пожалуйста, будете побеждать или нет? У вас Партизан, бронепоезд, гарматы. Ну, с Партизаном и с гарматой, думаю, будет тяжело. С бронепоезд мы уже знаем, в принципе, это уже, ну, можно играть нормально в этой группе, как бы побеждать. Ну, вообще, задача выйти из группы. То есть полуфинал, полуфинал это однозначно, да? И скажите, пожалуйста, чем вы удивите своих соперников? Ну, мы хотим, у нас новая команда. То есть будет много-много людей? Да, много. Ну, мы готовились, играли товарищеский матч. Сейчас хотим закрепить. Надеемся, что нас удастся удивить. Хотим хорошую игру, в первую очередь. Но первую игру начали с победы? Ну да, это будет хорошим залогом. Дальше будет неплохо. И ваш прогноз на сегодняшний матч? Динамо Фенер? 1-1. Ничего себе. Мне больше нравится 2-0. Вам удачи, все хорошо. Спасибо. Ну что, пожалуйста, вы счастливы сейчас, вы чемпионы, да, кубка. Скажи, залог успеха не кроется в том, что Володя отсутствовал на этом турнире? Ну, он нам говорил, я задумался, думаю. То есть не стоит вам где-то его закрыть в холодильнике, на ключ, чтобы он не вылазил, побеждали все турниры? Я просто поехал на свадьбу, а они... То есть ты гулял за всех? Да. Я хотел как раз спросить, свадьба не кого-то из игроков гарматной была? Нет. Хорошо. И вопрос, скажи, пожалуйста, вот Юрий Мальцев, как ему удается вот так работать с мячом? Знаешь, как вот просто привязанный к нему? Ну, он же долго тренировался с самого детства. Ну да, там школа футбольная. Я вот всегда удивляюсь, просто мяч как будто вот бьют даже с другой стороны, он все равно оказывается у него в ногах. Да, у него хорошая техника, самый техничный игрок. Скажи, сколько ему лет? 32. 32, и так хорошо на мастерски играет. Молодец, Динамо Киев. Посмотрите на наши таланты местные, да? На улице Гарматной. Ну и ваш прогноз на этот матч. Чоколка, Партизан, бронепоезд. Ну, мы постараемся выйти из группы. Ну, это уже добрая традиция стала, да? Да. Не самая сильная, с которой мы попадаем. Я смотрю, все как бы лидеры ушли на другие поля. Так нам полегче будет. И ваш прогноз на сегодняшний матч Динамо? Я думаю, 1-0 или 2-1. 2-1. 2-1 мяч. Где-то так. Ну, 2-1 где-то тоже. Динамо должно сегодня победить. Как Гарматно это сделала неделю назад, да? Да. Вам удачи, все хорошо. Юр, скажи, пожалуйста, вот команда «Салют» из пяти кубков была один раз в полуфинале, да? Да. Какая вероятность того, что в этот в шестом кубке вы тоже окажетесь в полуфинале? Вероятность, скажу так, две вероятности. Одна вероятность, что мы выйдем, если у нас не будет гарматной и столицы, как всегда, нам везет. А другая вероятность, что мы не выйдем, если будет опять столица и гарматная. Скажи, пожалуйста, будут ли новые лица в вашей команде на этом турнире? Новых лиц, скорее всего, не предвидится. Возможно, будет один человек, он будет в защите играть. Это, возможно, будет замена на вашего любимого Коломийца, и вся ХФЛ его любит. Вот, возможно, он не сможет сыграть, но это то еще не точно. И скажи, пожалуйста, твой прогноз на сегодняшний матч? Я знаю, ты идешь на стадион, да? Да. Будешь болеть? Как, конечно, сильно. В фан-секторе, поэтому только за Динамо только. Но я думаю, 2-1, 2-0, вот так мы Динамо выиграть. 2-1, 2-0? Да. Ну, будем надеяться, лучше 2-0. Ну, лучше хоть как-нибудь победить.